всем здравствуйте, всех рады вас в нашем сообществе, несмотря на дождь, спасибо, что пришли, потому что это действительно событие. Мы, как вы знаете, наши постоянные посетители, члены нашего клуба знают, что мы очень хотели пригласить в Крым Александра Георгиевича Дугина. И вот, наконец-то, это состоялось, теперь уже Крым, это часть России. Публицист, хоть он и не любит слово политолог. Напомню только правила. Да, журналисты у нас задают вопросы на микрофон, а все остальные представители нашего клуба, они пишут записки, которые я озвучиваю. Итак, пожалуйста, Александр Георгиевич Дугин. И тема нашей встречи – война на Юго-Востоке как возрождение Новороссии. Забыла, я сама забулела. Итак, Александр Георгиевич. Благодарю вас. Я очень рад, что так много людей, несмотря на проливной дождь, собрались на это мероприятие. Ну, собственно говоря, я для прелюдии можно сказать, что однажды я ехал сюда лет 6 назад с несколькими сумками книг, учебников для крымчан, с учебников обществоведения и других, на мероприятие по поводу славянского русского языка, которое здесь, в Симферополе, должно было проходить. И меня встретили у самолета группа украинских таможенников, которая, соответственно, предъявила мне, что я депортирован, что я не имею права находиться на территории Украины и вообще ничего здесь делать, потому что я враг народа. Соответственно, книжки были невинные, в них не было вот ни национализма какого-то, никаких вообще. Просто это описание России, это обществоведение, учебник, который принял Министерство образования России, обычный русский учебник, который говорит о русской идентичности, о нашей идентичности, нашего государства, большой России. И тем не менее, вот был такой случай, меня посадили на самолет, отправили назад, и там было написано: запрещен въезд на территорию Украины. Это было очень неприятно, тем более я ехал к своим. Я ехал к тем, кто меня пригласил и вез книжки, тащил их. И думал, как люди обрадуются, потому что мне сказали, что здесь русскоязычный такой учебников, особенно для молодежи, для детей, мало. Было неприятно очень возвращаться в Москву. Я думал, ну я им когда отомщу. И вы знаете, вот когда я сходил вчера с самолета на крымскую землю, я подумал, что нет, лучше не раздражайте философов, это неправильно, их гнев может дорого стоить. Соответственно, но на самом деле, конечно, речь идет, если говорить серьезно, о исторической истине. Она может отставать, мы можем отступать, мы можем медлить с историей, но рано или поздно история настигает. И я много раз сравнивал русскую историю, вот когда студентам читаю историю российской геополитики, я говорю, давайте нарисую несколько карт русской территории, как русские земли менялись на протяжении времени. И мы видим постоянный ритм, они сужаются, потом они расширяются. С самого начала, с Киевской Руси, они опять сужаются после Святослава, потом они опять расширяются, потом опять сужаются, и потом опять расширяются. Я говорю, смотрите, это бьется русское сердце. Оно сужается и становится все больше и больше. Но поразительно, что всякий раз оно расширяется больше, чем предыдущий этап. То есть это сердце, которое растет, это нестабильное сердце, это сердце, которое становится все больше и больше. И последним сужением был распад Советского Союза. Мы от России, большой России, получили только кусок, останки Великой Российской Федерации. И вот что сейчас я чувствую на Крымской земле? Я чувствую вот этот ток. Что расширяется? Что заставляет сердце биться? Это вообще серьезный вопрос. Мы привыкли все рассматривать механически, но на самом деле есть другая физиология, есть тонкая физиология. С точки зрения религии, наше тело живет пока, но не есть душа. И эта душа, на самом деле, заставляет наше сердце биться. Эта душа заставляет кровь течь. И попробуйте представить себе тело. То же самое. И сосуды в нем замечательные, и мышцы есть, и
нейроны, белковый обмен, момент жизни. Душа покинула его, и оно лежит уже бездыханное. Так вот сердце, которое бьется, его бьет душа, заставляет биться душа. Оно не само бьется по себе. Это дух, это русская история бьется в это сердце и заставляет его расширяться. И я приехал в Крым сейчас, я почувствовал физически эту, то, что называется в сердечном ритме, систолу и диастолу. Я почувствовал эту диастолу, которая сужается и расширяется. Расширение сердца. Вот что такое этот мой визит к вам, к гражданам, жителям большой России, потому что кем бы вы ни были, великороссами, малороссами или татарами, мы часть всей одной страны, одного общества, и делить нас условными границами – это резать по-живому. И когда мы вылезаем из-под этого скальпеля, возвращаемся на свою родину, ведь на родину возвращаются сейчас на самом деле абсолютно все, и великороссы, которые живут в Крыму, потому что они снова со своим народом, и малороссы, потому что огромное количество малороссов, большинство малороссов живет в том числе на территории России, чувствуя себя и украинцами, и частью русского большого мира. И татары, которые обрели своих соотечественников, татар казанских, татар сибирских, татар кавказских, татар поволжских, татар, которые живут на территории России, как в своей стране, что это их страна. Это страна их, как она и наша, она и украинцев, всех, кто живет в большой России. И, кстати, вот если говорить о одном из теоретиков татарского возрождения, Исмаиле Каспринском, он сказал великую фразу: «Русских и татар объединяет общность судьбы». Но в еще большей степени, или в не меньшей степени, русских и украинцев объединяет общность судьбы. Соответственно, сегодня мы смотрим на героев, чеченцев, которые освобождают русских журналистов из Life News, как на русских, и Кадырова говорит, о чем ты сказал, русскими не меньше, чем вы. И даже русские националисты, вот это поразительно, в разных социальных сетях прославляют удаль чеченских героев, освобождающих русских журналистов. На самом деле, вот это и есть идея евразийского действия, идея нашей большой, большой страны, которая вбирает в себя всех, никого не исключает. Это патриотизм, который сохраняет того, кто к нему примкнул, не пытается навязать чужую идентичность. Перекосы бывают везде и всегда. Но основная идея русской большой России в том, что каждому в нем найдется место. И чем более разнообразное этнически, культурно и цивилизационно будет это общее евразийское поле, тем лучше. У меня был еще в 90-е годы проект, евразийский проект для Крыма, где я обращал внимание, что здесь мы имеем дело с тремя фундаментальными векторами этносоциологическими. Здесь большинство великороссы, здесь присутствуют в значительной степени малороссы, и здесь как татары. То есть здесь южный, западный и восточный вектор России, большой России, евразийской цивилизации представлен. Крым – это платформа евразийского поля. Интересно, что я встречался с представителями крымских татар в Стамбуле несколько лет назад, они издают журнал «Крым». И вот руководители этого журнала «Крымские татары», я думал, будет сложный разговор тогда относительно того, что вот необходимо как-то укреплять эту позицию. И вдруг эти турецкие татары говорят: мы полностью поддержим вашу евразийскую миссию, татарам лучше, нашим единомышленникам лучше жить в великой России, тогда мы все будем объединяться, тогда наше тюркское начало будет в рамках евразийской цивилизации укрепляться и так далее. Я вот, кстати, поражен, что в Турции встретился с такими замечательными людьми, мы с ними иногда переписываемся, прекрасные люди. Поэтому вот все три фактора, наш большой великоросский фактор, малороссийский фактор, которого мы не должны ни в коем случае забывать и принижать, несмотря на ту трагическую ситуацию, которая сейчас складывается на территории бывшей Украины, и крымско-татарский фактор, все эти три элемента евразийского этносокровища Крыма. Теперь хоть несколько слов по поводу проекта «Малороссии». Но этот проект, он вызревает сейчас после... Как могла сохраниться Украина? Если бы Украина
уважала те идентичности, которые находились в ее составе, она могла существовать и дальше. Тогда она должна была пойти навстречу всем этносам, всем ориентациям, Юго-Востоку с его пророссийской откровенной ориентацией, Западу с его европейской идентичностью, Крыма с его особым совершенно этнокультурным ансамблем. И вот только при таком балансе можно было в течение 100 лет, если действовать мягко, гармонично, предельно умно. Сейчас, глядя на киевских властителей, ты понимаешь, что требовать невозможного нельзя. Предельно умно от людей, которые просто вести себя не в состоянии. Ну, естественно, это чистая галлюцинация. Нельзя заставить просто врожденных дебилов вести себя предельно умно. Они сделали все, чтобы Украина не существовала. Все с самого начала. 23 года они разрушали предпосылки создания украинской государственности. 23 года они своими руками демонтировали саму возможность появления здесь какой-то нации украинской. Не то чтобы я ее прям большой сторонник, но просто если подходить чисто уже научно, политологически, нужно было где-то 100 лет для того, чтобы выровнять сложнейшую модель разных культурных типов. А действовать так, как они действовали, это был самый простой и быстрый, удобный способ угробить эту страну, бывшую страну. И я даже поражаюсь выносливости наших людей. 23 года они терпели этот маразм. Сегодня мы видим, что лежало под теми тенденциями, которые сейчас выплыли на поверхность, но появились они явно не в этом феврале. Вы, крымчане, все это на себе почувствовали, все это знаете, это вы мне лучше расскажете, чем я. Сам могу себе представить, но 23 года разрушать страну и потом удивляться, что она наконец-то рухнула, это, конечно, надо быть своеобразными людьми. 23 года вместо создания единой Украины с уравновешиванием балансов, векторов, которые прямо противоположны, так по голосованиям середины год, всякий раз мы видим одну половину голосующих за одного кандидата, другую за другую, 50 на 50. И настаивать в этой ситуации на западной составляющей как единственной, ну, это было значит просто готовить себе виселицу просто. Гильотину, на самом деле. Эта гильотина сработала для украинской государственности, и украинцы уничтожили Украину. Потому что они захотели то, что им вообще никогда не было не взять. Ну вот это вот тот хохлятский как раз элемент, что они с ним так понадкусывают. Вот они все понадкусили, все попортили, хотели пустить кровь, слава богу, в Крыму не получилось, а в Новороссии уже получилось. На этом история Украины завершилась. С экзамена на историческую состоятельность страна не сдала, ее больше нет. Ее больше нет ни в каком смысле, ее нет. Ни по факту, ни территориально, ни де юре, ее вообще нет. И в истории в этом вспоминать противно, потому что этот период на самом деле ничего хорошего не дал. Это к совокупности недоразумений. Вот эти голосования, так называемые, в Киеве, когда самая только социально адекватная вещь, это 7% гомосексуалистов проголосовали за своего. Все. Вот из этого социанализ такой. Сколько благоправильно посчитали. Соответственно, вот с чем мы имеем дело. Теперь, что такое Крым? Крым – это часть России. Но здесь такой момент. Это часть России, этого никто не признает, кроме крымчан и русских, но этого достаточно, потому что одна из этих сторон обладает ядерным оружием. Все, на этом вопрос закончен. Крым – это часть России, кто пытается это спорить, я не советую. Просто это дальше. Американцы совершенно рациональные люди, это не киевское руководство, и просто взвесив потенциал, они скажут, ладно, там, мы, конечно, возмущаемся, мы, конечно, не признаем, но Крым – это часть России, проехали. Соответственно, это с одной стороны. И здесь можно рассмотреть эту ситуацию так. Вот Крым, населенный в основном русскими, ориентирован прорусский, принесенный в жертву киевской хунты, первый объект геноцида, объявленного и осуществляемого этой киевской хунтой. Спасаясь от уничтожения, попросили помощи у России, объявили о независимости, Россия эту помощь приняла и поставила под свою защиту 2 миллиона крымчан.
Дальше будут технические проблемы, дальше будет много очень сложностей, переходного периода, финансов, социальных, с водой и так далее. Россия будет помогать. В чем-то Россия к этому совершенно не готова, потому что у нас нет опыта присоединения таких огромных субъектов, вообще никаких нет. И законодательных, и финансовых. Это только начало строительства большой России. Мы сами будем учиться, очень много будет ошибок, очень много будет погрешностей, очень много будет перекосов, точно, совершенно. Но можно рассмотреть это так. Все переживем, вспомните, посмотрите, что происходит в Одессе, происходило, что происходит в Славянске. Посмотрите, от чего русские избавили крымчан, ну свои же, свои, Россия избавила крымчан. Посмотрите вот на обугленные трупы в Доме профсоюза, посмотрите на девочку, которая держала плакат «Боже, как хочется жить», которая погибла в Славянске 11 лет. Это могло случиться с каждым из вас, с вашими детьми, с вашими близкими. И это не метафора, вы понимаете о чем? Вы жили 22 года среди людей, которые накапливали ту ненависть, которая сейчас вылилась. И ненависть ни к чему, ненависть ни к кому, ненависть совершенно необоснованная, но как бы это вмешательство. И поэтому, по большому счету, я вот только одно бы хотел сказать, что даже в технической ситуации Крыма просьба иметь перед глазами судьбу Украины, которую мы еще не защитили и не спасли от смертей. Это ваша судьба, но это просто ваши близкие, это вы и мы, россияне. Это трупы близких вам людей, это ваши собственные тела, ваши, не просто каких-то одесситов, там, каких-то героев Славянского, да ваши же просто. Вот русская армия здесь, вот решение Путина о присоединении, вот здесь вот поэтому вы сидите и начинаете готовиться к сезону курортному, а война, кровь льется рядом. Поэтому, на мой взгляд, следующий переход. Новороссия – это не безразличное для вас, на мой взгляд, ну уж для нас русских точно не безразличное, для россиян, для вас, крымчан, это не безразличная тема. Новороссия – это судьба всех остальных людей, которые делают жизненный выбор в пользу большой России, который вы уже сделали, который состоялся, даже если вы технически еще в процессе, он состоялся принципиально, а там еще все висит на волоске. Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, они провели референдум жизни. Они сказали, мы хотим жить, Путин говорит, у вас ничего не готово для референдума, у вас нет таких структур, как в Крыму. Можно подумать, что в Крыму было все готово к референдуму. Но вы взяли и сделали это. И также, уже вопреки Путину на самом деле, и Москве, жители Донецкой и Луганской республик сказали, мы хотим спасти самих себя, мы хотим утвердить свой политический статус. И они пошли на референдум просто для того, чтобы быть, для того, чтобы иметь политические основания, защищать жизни своих людей. Поэтому их выбор учел Путин, это был, Путин продемонстрировал, это никакая не техника, мы ничего не хотим захватить. Мы даже просили отложить референдум. Они сказали, мы вас выслушали, но мы его проведем. И они встали во весь рост, Донецк и Луганск. А Одесса и Харьков, которые тоже попытались встать во весь рост, им они получили удар, пулю в затылок. Они получили сожженные трупы Дома профсоюзов. Они не смогли встать в полный рост. Донбасс, шахтеры, люди простые, не мясо не понимают, не очень городские именно в таком разложившемся плане. Они встали и взяли судьбу в руки русского народа Новороссии. И они сейчас в авангарде истории. Совсем недавно вы были, все на вас только смотрели. Крым, что будет? Примет ли решение Москва? Смогут ли крымчане отстоять себя? Либо поддадутся, а ведь предатели были среди вас, и они наверняка остались. И чем выше мы заходим, чем ближе к народу, тем их меньше, а может и вообще нет. А чем выше, так вот они там же, они сейчас пытаются перекраситься в российских патриотов. И они будут проводить свою политику. Дальше-то они нам нужны, вот ваши крымские соглашатели, которые готовы согласиться сейчас и с нами, а до этого они были согласны с Киевом, и с Западом. Вот, кстати, этого как бы мусора нам точно не надо, у нас своих хватает. И мы смотрим на Крым. Мы смотрим на Крым, на лицо Чалова, на лицо Аксенова. И мы видим, знаете, что видим все россияне, когда подписывали в Кремле соглашение историческое о воссоединении с Крымом. Мы видели будущее наше в лицах этих ваших крымских деятелей, которые встали в полный рост, которые сказали, мы русские, мы завалили великую Россию.
мы приняли это решение, мы его отстояли. И мы друг другу говорили просто почти со слезами. Смотрите, какие лица, это не бюрократы, это не политтехнологи, это не олигархи, ничего не заплатили, это люди народа, это крымчане. И свитер Чалова, это на самом деле, он приехал в свитере, наверняка у него есть пиджак, если бы нет, ему кто угодно дал бы на улице, но чтобы он в Кремль пошел. Но он поехал в свитере, потому что он хотел показать, я здесь не от вас, я не пиджак вообще. Я русский человек, Чалый, из Крыма. И вот это послание просто поразило, на самом деле, всю нашу страну большую. Может быть, для вас это привычно, а для нас это было непривычно, потому что это люди лидера нового поколения, такой же Аксенов, с искренним, сильным, мужественным взглядом. И все увидели крымскую, русскую весну в Крыму, в людях народа. Народа, которого нам так не хватает. У нас есть один представитель народа, слава богу, он занимает высшую должность в Российской Федерации. А окружен он черт знает кем. И это далеко не представители народа. Это вот все те же самые люди, которые могут предать в любой момент. И вот мы хотели укрепить Путина, русский народ, патриотическое большинство, все наше население укрепить Аксеновым и Чаловым, и Крымом, значит, вами, людьми, которые только что прошли такой критический путь, переломный момент, совершили выбор, когда народ делает выбор. И теперь и вы были в центре внимания. Теперь центр внимания перенесся на ДНР. С вами решили, как только подписали в Крыму соглашение, я сказал, все, Крымом я больше не занимаюсь, дальше поехали, русская весна должна идти дальше. И действительно, Донецк, Луганск, на самом деле, там все сложнее. Но люди, которые там приходят на первые позиции, они находятся еще в более тяжелом положении. Ахметову принадлежит ДНР все, кроме политической власти. И вот тут решается так, народ эту власть взял, народ эту власть военным образом, ополчение ДНР отстаивает. Гибнут люди каждый день, прекрасные люди гибнут, защищая ДНР. Бьются на все фронты, бьются с Киевом, с нацистами, с правым сектором, с бандами наемными Коломойского, бьются с Ахметовым, его частной армией, бьются с российской бюрократией, которая, говорит Путин, ограничься Крымом. И вот теперь Крым из надежды превращается в то, что Крым взяли, а дальше не идите, дальше остановитесь на этом, вещает предательская шестая колонна вокруг Путина, хватит. Запад признает, а если мы пойдем дальше, тогда мы все потеряем. На самом деле, если мы остановимся сейчас и предадим наших братьев на юго-востоке, мы потеряем все, не только Крым, мы потеряем Россию. Путин потеряет все доверие, потому что его рейтинг, его поддержка, это поддержка тех действий, которые он делает, осуществляет ценой колоссальных рисков во имя русской истории, русского народа. Вот его рейтинг, это не политтехнология. Каждый патриотический шаг нашего президента поддерживает все большее количество людей. А как раз когда он становится на этом пути, вот тут и начинаются проблемы. Поэтому вообще судьба России зависит от судьбы Новороссии. Это не блажь, это не просто экспансия. Это речь идет о спасении людей, о том, что дать им возможность жить. Поэтому проект Новороссия – это проект жизни. И Луганск и Донецк – это тоже не конец. Как только они укрепят свои позиции, как только они осуществят решающий перелом ситуации, я скажу «до свидания». Друзья, дальше приедут обоз, приедут технические службы, а нам надо спасать Харьков, Одессу, Херсон, Николаев, тем более, что у Крыма нет воды. Воду легче получить вместе с Херсонской областью, чем выторговать у этих бесноватых хоть какую-то каплю. Соответственно, и тем более, что Херсонщина – это часть Новороссии, часть как и Запорожья, и частичная часть Днепропетровской области. Это часть единого русского мира, русской цивилизации, о которой говорил Путин. Поэтому проект Новороссия – это проект жизни тех людей, которые сделали свой выбор, которые принадлежат русскому миру и которых надо освободить из плена. Они сейчас, эти миллионы русских людей, находятся в заложниках хунты. Соответственно, вот основная идея по поводу Новороссии, что это не превращение русских земель, это освобождение русских людей из рабства, из плена, из зиндана, в котором они находятся. Что касается участия Крыма в судьбе Новороссии, можно поступить так. Крым уже
например, в России, формально это так. А Новороссия еще будет или не будет. Но дело в том, что если не решить Новороссии «да», Новороссии «быть», то тогда и все будет с Крымом пересматриваться. Для того, чтобы закрепить наступление, надо двигаться вперед. Для того, чтобы лучший способ в данном случае защиты – это нападение. Поэтому я думаю, что технические проблемы, которые стоят перед крымчанами, являются бесконечно малыми, на которых можно просто наплевать и забыть перед теми горизонтами, которые действительно нужно сейчас нам вместе, всем вместе, всей России, но Крыму в первую очередь, потому что он был только что в авангарде, осуществить. Я думаю, что вот это я имею в виду под участием Крыма в проекте «Новороссия». Я вижу в этом две главные, даже три главные составляющие. Первое. Я полагаю, что Крым должен перенести свое внимание, интеллигенция, политика, молодежь, активные люди, блогеры, журналисты, в конце концов, отряды самообороны Крыма должны перенести свое главное внимание за его пределы. Судьба Новороссии – это судьба Крыма. Нельзя отделить уже и еще нет. Тогда, если еще нет, не будет, и уже будет назад, и откат произойдет. И Россия ослабнет. А мы знаем, что как только мы после того, как мы так сильно замахнулись на Запад, когда мы бросили вызов американской гегемонии, если мы поколеблемся, нас добьют вообще. Ничего, камня на камне не останется. Мы уже вошли в фундаментальное пике конфронтации с американской гегемонией, с однополярным миром. Мы твердо решили строить многополярный мир и останавливаться на этом очень рискованном, но очень важном героическом пути смерти подобно. Поэтому я считаю, что главная задача и острее внимание крымчан должно быть обращено к Новороссии, что Крым должен стать платформой журналистского, психологического, самооборонного, любого экономического обращения за пределы Крыма. Множество связей связывает вас с жителями Новороссии, это одно социальное поле. Они отключены от источников информации, они отключены от источников объективной оценки, они ничего не знают, они сейчас просто находятся в заложниках. Освобождение заложников русского мира Новороссии – это задача всех россиян, это задача российской политики, но это задача крымчан. Вы ближе, вы здесь находитесь, у вас есть те рычаги, которых ни у кого нет. И мне кажется, что это вопрос важнейший. Если Крым мыслит себя как тавру отдельно от Новороссии, на самом деле это неправильно, это просто опасно. Надо мыслить себя как авангард Новороссии, как те, которые прошли до конца по тому пути, по которому идут ваши братья на севере Крымского полуострова. Тут как раз не остров Крым, перекочевавший в Россию, а наоборот, Россия, которая пришла в Крым, вернулась в Крым и двигается на север. Теперь второй момент. Я считаю, что та кадровая революция, которая наметилась в этом символическом посещении крымскими лидерами Кремля, должна быть продолжена. Она явно начинает пробуксовывать. А здесь один день уже понятно. 20 человек уважаемых мы уже сказали, что те кадровые перемены, на которых надеялись и сами крымчане, которых мы увидели в крымской весне, они начинают пробуксовывать. Да, Чалый, но он уже не мэр, а только лишь руководитель стратегического момента. Остается Аксенов, остается Поклонская, как и интернет-икона крымской весны. Мы этому, конечно, рады, но на самом деле все остальное идет волна старой конформистской элиты, предательской элиты, неэффективные абсолютно, не способные ни отстоять, ни защитить крымчан в сложной ситуации. Эти люди России не нужны, вам они не нужны. Почему они опять формируют свои списки для выборов в Думу? Я считаю, что надо поднимать сейчас в поддержку Аксенова, в поддержку Путина, только упаси Господь сейчас пытаться шантажировать власть такими общественными инициативами. Это абсолютно разрушительный путь, мы видели, к чему приводят разные формы Майдана. Они приводят прямо к противоположным результатам. Поэтому на самом деле мирно, дружно, дружелюбно, доказательно надо готовить общественное мнение к радикальной ротации политического класса в Крыму. В этом нужны общественные, журналистские инициативы. Только не то, что вот вы нам навязываете каких-то старых людей. Докажите, журналисты, которые связаны, докажите, что это Аксенов, по моему представлению, по моему глубокому убеждению, наш человек, это русский патриот.
патриот Крыма, патриот России, честный человек. Но какому атаке он подвергается? Он подвергается атаке чиновников, бюрократов, конформистов из местной элиты. А сколько визитов, какого брахла он не видит сейчас поток из Москвы? Сколько таких же еще более чудовищных, поднаторелых и подловатых конформистов в лице разных технологических и министерских работников прилетает ежедневно в Симферопольский аэродром? Он просто его атакуют, снизу атакуют привычные менеджеры, сверху атакуют бюрократы, коррупционеры уже российского образца. Этот человек в осаде. А Аксенов просто в плену, он в осаде. Он в заложниках этих двух бюрократических систем. Помогите ему разомкнуть кольцо, дайте ему опереться на народ. Постарайтесь пробить это кольцо, донесите до него настоящие требования. Это может сделать общественность, это может сделать люди, это трудно, я понимаю, но это могут сделать журналисты, это могут сделать представители общественных движений, политических кругов, наложить мораторий на споры между собой. Это должны сделать вы все. Вот в чем-то, вот сейчас надо Крымскую революцию довести до конца. И вот второе направление Крымской революции – это кадровый вопрос и вопрос выборов. В Думу должны пройти люди, которым вы доверяете, которые действительно будут делегатами и вашими людьми в парламенте в Крымском. Вашими, чтобы вы не говорили, нам опять навязали списки. Хотя российская система политическая далека от полноценного представительства, но у нас все искупается Путиным. Что бы мы ни проклинали наверху, но Путин русский человек, и в критический момент он действует так, как и должен делать. Это все нас привлекает совсем, ко всем кошмарам российской действительности. Соответственно, Аксенов в данном случае ваш человек. Он действительно искренний патриот, и ему надо, мне кажется, в этом отношении просто помогать ему, стать его опорой. И третий момент. Крымская идентичность. Это чрезвычайно важно. Сегодня Крым в евросийском сознании отождествляется с неким сервисным курортным приложением. Вот есть пляж, есть загорающие люди в трусах, есть вот крымчане, которых обслуживают более или менее адекватно или неадекватно, и еще хотят пенсии, там, каких-то дотаций, рублей. Это вот такое сознание в мирном, дремлющем, обывательском представлении россиян. Это вас, конечно, не должно особенно волновать, но в принципе, вот если с таким относиться подходом к своему народу, к крымчанам, которые живут здесь, мне кажется, это унизительно, что сервисное общество, курортное общество, некое приложение к курорту, обслуживающий персонал, какие-то, это на самом деле унизительно для народа. И где? Там, на той земле, в крымской земле, где были самые древние и прекрасные цивилизации, кимерийские, скифские, готские, хазарские, тюркские, и Орда, и Готское королевство, и отсюда пошла русская православная вера из Крыма и Греция. То есть мы имеем дело с некоторой цивилизационной матрицей, в которой самые главные тенденции переплетались. Но вспомним, как мысли Палича, сербского писателя Палича, «Казахский дневник», какое огромное впечатление он извлек из этого перекрестия вера, которое, может быть, он и восстановил, потому что думал больше, наверное, не о Крыме, не о Хазаре, а о Балканах, где также пересекались и исламские, и христианские, и мистические учения. Но Крым имеет духовную идентичность, пласты духовной идентичности. Вам может кажется, что это все далекое прошлое, может быть, люди другого поколения, да, но само пространство несет на себя следы этих древних цивилизаций, формирует наше бессознательное, формирует нашу культуру. Ничто не исчезает бесследно. Поэтому третьим проектом, ну это уже действительно, наверное, для философов, для интеллектуалов Крыма, для молодежи, для людей, которые занимаются профессиональными вопросами геополитики, философии, истории, это задача воссоздания, возрождения, а может быть даже формулирования особой цивилизационной крымской идентичности. Крымской идентичности, которая строила бы каждый этот слой, как ту основу, на которой стоит сегодня житель Крыма, патриот Крыма. Вот не приложение к пляжу, а гордый носитель древней крымской цивилизации, вот кто такой крымчанин. Со всем ее многообразием, со всеми
караимскими, исламскими, тюркскими, славянскими, греческими вкраплениями в нее, остатками, следами, линиями, которые можно потянуть и увидеть сейчас. Вот это цивилизационно-историческая идентичность Крыма, откуда пошли русские поэты, жили величайшие русские поэты, величайшие русские философы, где проходили существенные, фундаментальные, принципиальные, критические события русской истории, как оборона Севастополя, как битвы во время Второй мировой войны, вообще как освобождение Крыма, как битва за Крым. Вот здесь происходило, Тимуто-Тараканское княжество было здесь совсем рядом со стороны Керчи. Это огромная зона, которая имеет глубочайшие исторические культурные корни. Где эта идентичность? Она исчезла в пляжах, она исчезла в каких-то технических мелких заботах, в обмене денег, там, гривен на рубли. На самом деле, это очень важно, помнить о ней, пестовать ее, возобновлять ее. Поэтому я думаю, что избавление от киевской, чудовищной, либерально-нацистской модели должно привести, по моему представлению, к духовному расцвету. Сегодня вы свободны, Россия ничего особенно не настаивает. Она говорит, вы дома, все, пожалуйста, там, дальше вы поехали биться за Донецкую, Луганскую республику, вы свободны, там есть проблемы, все это там обоз начинает заниматься. Но на самом деле Россия тем самым создала духовные предпосылки для крымского возрождения. Вот это крымский ренессанс, крымская весна, она должна получить какую-то формулу. Поэтому я думаю, вот это обращение к интеллектуалам, философам, мыслителям, которые живут здесь, и которые получают новый шанс, новое окно возможностей в этих исторических условиях. Ну и теперь, что можно сказать, что я такой вот ознакомительную модель сейчас завершаю как введение. Я готов буду ответить на ваши вопросы. И последнее, что я хочу сказать, что бывают периоды, когда в истории не происходит десятилетиями вообще ничего, просто ничего. А бывают такие периоды, когда за несколько дней происходит что-то невыразимое, необратимое. Вот мы этой весной прожили век. С февраля по сегодняшний май прошел век, столетие. Иногда и то бывает, сколько мы за Крым бились с нашей историей, сколько вообще мы его теряли, сколько мы его приобретали, это сколько мы крови положили на оборону Севастополя. И тут мы Севастополь взяли, в один день взяли Севастополь. Это сколько же крови пролитой мы назад возвратили вот в этот пул русской истории. Сколько душ русских солдат, погибших за это, мы успокоили этим жестом. Эта вещь не имеет никакой цены. И самое главное, Россия после присоединения с Крымом вступила на новый виток своей истории. До этого мы только распадались. Советский Союз распался. Осталось от распада России и начала что делать? Распадаться, потому что другой идентичности у Российской Федерации, созданной Ельцином, не было. Она должна была также распадаться. Продукт распада обречен на распад. И она начала распадаться немедленно, 2 года прошло, Чеченская война. И она продолжала распадаться, если не Путин, который остановил распад. Но он только остановил распад. А сейчас мы пришли к другому. Мы двигались в другом историческом направлении. То, что я сейчас разыскиваемый на прежнем этапе украинскими всеми службами, нахожусь на этой земле спокойно, не оглядываясь на право и налево, это означает, что просто в судьбе интеллектуала, в судьбе философа часто можно увидеть отражение более глубоких, более серьезных процессов. Вот это означает, что Россия, сама Россия двинулась в ином направлении. Это совсем другая Россия. Россия плюс Крым – это совершенно другое, нежели Россия минус Крым. Россия плюс Крым – это Россия, возвращающаяся в историю. Она только разминается, она только поднимается с колен. Еще не поднялась, мы еще на одно колено встали, но уже взяли на плечо ПЗРК, РПГ. Вот, как я видел, просто такой демотиватор. Русский стоит на коленях только в такой позе. Вот русский стоит в такой позе на коленях, потому что у него РПГ на плече. Соответственно, мы только поднимаемся с колен. И вот Крым в данном случае является
первым началом этого совершенно иного пути. Этот путь огромен. Нельзя сказать, что мы вот сейчас Донецк признаем, Луганск признаем и остановимся. Но мы предадим себя, если мы остановимся на этом. Мы должны освободить тех, которые жаждут освобождения. Мы должны спасти тех, кто хочет жить и которые видят себя частью русского мира. Мы остановимся на естественных границах русской цивилизации. Мы учтем урок Сталина. Мы не пойдем туда, куда нас не ждут, и не будем брать то, что нам действительно, видимо, не принадлежит. Ни Польшу, ни Финляндию, ни Галичину, ни Волынь, ни Прибалтику. Это отдельное государство, им очень уютно в своем мире с Кончитой Вурст. И черт с ними, зачем нам такие граждане? А вот те, кто категорически это отвергает, вот тех мы обязаны спасти. Но нам никто не даст успокоиться и на этом, потому что нас будут атаковать из Европы, там отовсюду, из Америки. Поэтому нам надо будет уже другими методами, не путем прямого воссоединения, другими методами вести свою борьбу за Европу, за консервативные ценности в Европу, помогать тем силам, которые стоят сейчас на нашей стороне, и фактически похоронить этот новый мировой порядок с американской гегемонией. Пока американцы правят миром единолично, покоя нам не будет. Только тогда, когда мы победим их, не войной, мужеством, отстаиванием своих позиций, благородством, добротой, истиной, потому что в конечном итоге побеждает истина. Да, право первого вопроса, редактор, главный редактор издания «Земскрип» Наталья Гаврилева. На вопрос, действительно, у нас у всех есть хорошее украинское выражение «болит». Вот у нас «болыть», «болит» у нас в Новороссии. Скажите, пожалуйста, вот в Новороссии нет, мы не видели такой духоподъемности, которая случилась в Крыму. Понятно, здесь множество причин этому, но скажите, насколько, вот на ваш взгляд, сохранилась ли там русская идентичность? Вот просыпается она сейчас? Или вот почему мы видим вот такую заторможенность в определении своей судьбы на этих территориях? Спасибо. Знаете, здесь есть несколько факторов. Я очень внимательно отслеживаю то, что происходит в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике. И на мой взгляд, и также я внимательно всегда за Крымом, здесь был мой сын в критических событиях, просто в центре внимания, потому что когда меня в адрес поедет на центральном телевидении обвинили, а кто будет воевать, ваши дети будут воевать. Я спросил своего сына, а ты будешь воевать за свободу Крыма? Тогда еще Крым был под хунтой. Он сказал, да, и поехал к вам. Поэтому я имел представление, вот так же поступают мои друзья, которые находятся в том числе и Донецкой Народной Республике, и Луганской Народной Республике. Я хочу сказать, что одушевление Донецкой Народной Республики и частично Луганской больше, чем в Крыму накануне русских соседей. Просто больше, и все. Там более серьезная решимость биться с оружием в руках за свою свободу и за русскую идентичность. На мой взгляд, Донецкая и Луганская идентичность более ярко выражена, более активно, чем была в Крыму. Это не в минус Крыма, просто... Но те у нас пришлись сюда слишком быстро, да, может быть, вежливые люди, для того, чтобы это почувствовать на самом деле. И здесь, по-моему, представители, как сами очевидцы, все висело на волоске в какой-то момент. И многие были готовы продать независимость Крыма. И элиты, а многие были готовы адаптироваться к чему угодно. А там люди, вот по-настоящему, даже в Одессе, они пошли биться, в меньшинстве пошли биться, сгорели, погибли, они сейчас находятся в шоке. Но они вынесли то, что, не дай бог, кому-то вынесли. И в Донецке, и в Луганске люди поняли, что если сейчас они не возьмут в руки оружие сами, крымчане не брали в руки оружие сами, а там взял народ. Народ штурмовал помещение, где хранилось оружие. Народ невежливые люди. Народ просто обычные люди, такие как вы. Гражданские лица. Они взяли эти автоматы, отобрали и пошли защищать Донецкую и Луганскую республику. Вот этого действия, я, слава богу, что мне не пришлось вам пережить. Но нельзя так говорить, что у вас сильная критичность, а у них нет, это неверно.
они, у них идентичность сильнее, на мой взгляд, и протест у них ярче, потому что женщины уже пошли воевать. Второй момент. Средства массовой информации, и украинские, и, увы, российские, занижают протест ДНР, потому что по Крыму было принято решение Путин довольно быстро, а по ДНР решения до конца нету. И сервильная, в значительной степени, российская олигархия, политические верха, они думают, вот Путин мигнет, мы как скажем, какая там русское пробуждение в Донецке, там уже давно все русское, давно оно, а пока неизвестно, как Путин решит, мы придержим информацию. Пример. Мы участвовали в организации голосования в Москве по референдуму о независимости ДНР и ЛНР. В последний момент, вечером дня, там, где мы накануне дня голосования, вечером это голосование тех людей, которые живут в Москве, с донецкими и луганскими прописками. Нам сообщают, что закрыто, голосование здесь проводить нельзя. Ну кто это может сказать? Все, нет никакого голосования. В последний момент люди находят сарай, куда объявляют уже сбитым образом, куда приходит 56 тысяч человек в Москве с донецкой и луганской пропиской, которые голосуют за референдум, за выход к чертовой матери из этой проклятой псевдо-страны на самом деле. Соответственно, вот такая же явка была на референдум в самом Донецке. Я не знаю, где еще это возможно, потому что за президента в украинском посольстве вчера проголосовало, второй половине дня, чуть больше 200 человек. На самом деле, сравнительно 56 тысяч и 200 человек. Поэтому я думаю, что Донецк и Луганск, они вообще смогли ослушаться Путина, только потому что их русская идентичность зашкаливает. Просто зашкаливает. Она сильнее, где бы то ни было. В Новороссии. Поэтому я и верю в Новороссию, потому что она делается народом, она делается не технологиями, не деньгами, не, даже не русскими войсками. Там нет русских войск, нет никакой поддержки. Там вот есть несколько добровольческих объединений, которые бьются вместе с местным населением. Но что касается Одессы и Харькова, я думаю, что они сейчас подавлены, они обмануты своими политическими вождями, как они долго слушались Кернеса, Добкина, Гуровица в Одессе. То есть они еще верят тем людям, которые их обязательно предадут. Как люди верили Янукович, как люди верили и здешним руководителям. Это наше славянское русское доверие. Но, с одной стороны, с другой стороны, они получили смертельный удар. В Одессе произошел шок. Они не верили, что эти угрозы украинских неонацистов, эти хунты, которые и ее привел к власти Порошенко, вот этот человек, этот подлец и убийца кровавый, который сейчас объявляет себя президентом, кто с ним будет разговаривать, с этой скотиной? Соответственно, они не верили, что эти угрозы когда-то будут выполнены. Они были перевыполнены. Москаляку на геляку, это значит повесить русского человека. Повесить. Представляете себе Европу, где кто-то выйдет и скажет, там, режь француза, или там, уничтожай цыган. Это будет последняя за 10 лет фраза, которую человек скажет. А москаляку на беляку мы видели, как дети украинские повторяют. Но это криминальное общество, криминальная страна, которая сказала и сделала, и начала вешать, резать, убивать души. И с вами было бы то же самое, и с Донецком будет то же самое, если они сдадутся и не выстоят. Поэтому на самом деле Новороссия сейчас, и, что касается Одессы и Харькова, они подавлены. И Запорожье. Но дух их не сломлен. Это наши люди, это часть русского мира. Херсон и Николаев просто еще не осознал, что будет. Но они быстро осознали, потому что правый сектор никуда не делся. Коломойский никуда не делся. Он продолжает оплачивать эти террористические карательные организации. И вот я вас уверяю, Киев пробудет всех. Он пробудет русский мир. Русский мир может спать. Но когда начнут уничтожать на корню русских людей, они сказали и сделали, и будут сделать. Они пробудут всех. Поэтому идентичность русская крайне дружелательна. Она хочет верить в лучшее. И когда только перед лицом уже таких неопровержимых убийств, доказательств и пыток, вот она когда пробуждается. Медленно пробуждается. Вы были первыми, вторые Донецк и Луганск. Дальше вся Новороссия, все 20 миллионов людей, принадлежащих к русскому миру, выбирающих русскую идентичность, они все будут в едином российском пространстве. Но, конечно, здесь важна массовая информация. По украинскому телевидению, вы можете себе представить, что говорится, это уже действительно это не просто ложь, это просто люди все придумывают от начала до конца.
там нет ни одного факта. Там они даже показывали в качестве очередей, стоящих на голосовании за президента, фотографии из Донецка. Из Донецка на референдум, там, где были группы. Но это уже предельный цинизм. В принципе, они могут уже и сами выстраивать это куда угодно, кого угодно. Поэтому, но самое главное, российская пресса, она дает подчас искаженную позицию по этому вопросу, по поводу пробуждения русской идентичности, о чем я говорил. И здесь уже речь идет о совести и смелости журналистов. Одни журналисты следуют за Кремлем, а другие журналисты следуют за историей истинной и судьбой русского народа. Так вот, на самом деле, Кремль-то тем и хорош сегодня, что он сам следует за этой судьбой. Поэтому журналисты должны быть не позади Путина, а впереди Путина. Они должны показывать, как оно есть на самом деле, а не ждать, что он решит по поводу принимать или не принимать Донецк. А если мы знаем правду из того, что происходит в Запорожье, в Херсоне, в Николаеве, в Одессе, в Харькове и во всей остальной Новороссии, мы сами изменим свою точку зрения. Поэтому я думаю, что крымская журналистика, это важно, должна быть в авангарде процесса истины Новороссии. Потому что вы ближе всего. Много сейчас возможностей через интернет, через разные способы передать эту истинную информацию. И вот Крым, мне кажется, должен стать просто ретранслятором этой идеи. Ни в коем случае своих братьев нельзя бросать в беде. И в первую очередь вам, журналистам. Потому что мы сами становимся гипнозом. Вы оторвались от украинского гипноза, слава богу, но вы попадаете в гипноз русских СМИ. Русские СМИ в 100 раз лучше, чем украинские, но они ужасны. Поэтому на самом деле здесь надо, конечно, Крым должен показать нам, как там на самом деле, а мы будем уже брать крымские агентства, их ретранслировать и укорять, и стыдить тех русских журналистов, которые не пользуются достоверной информацией крымских информационных источников. Шевчук Александр Николаевич, КРИПО. Александр Георгиевич, при встрече с вами я посмотрел и послушал пресс-конференцию Порошенко, значит, его, так сказать, тронную речь. И у меня возникло очень тревожное чувство, вот, которое, собственно, мой вопрос, кстати, результатом которого является мой вопрос. Как вы оцениваете вероятность прямого военного противостояния в масштабе Россия-НАТО в течение ближайших 72 часов в формате платформы центрической, платформы центрического конфликта? Ну, естественно, в случае, если Порошенко сегодняшние свои обещания начнет выполнять. Я думаю, что он обещает это делать прямо сегодня-завтра. Спасибо. Я занимаюсь профессионально много лет вопросами геополитики, международных отношений, социологии. И поэтому могу совершенно твердо сказать, что мировая война с участием войск НАТО и США на сегодняшний момент исключена полностью. НАТО ни при каких обстоятельствах в этот прямой конфликт с Россией вступать не будет. При этом НАТО, особенно США, подталкивает Киев к тому, чтобы они усилили свою военную операцию на Юго-Востоке. Это Киеву хочется, чтобы за них воевали НАТО. НАТО воевать не будет, американцы воевать не будут, они ограничатся максимум посылкой каких-то отрядов типа Грейстон, которые не решают погоды при наличии структур ГРУ, которые спокойно, совершенно симметрично могут парировать эту ситуацию, но вступать в ядерный конфликт из-за Украины, которая никакого стратегического значения для США не имеет, которая располагается очень далеко от его границ, которая никаким образом не представляет собой нефтяной запас или некую принципиальную позицию, Америка не будет. Сумасшедшие только в Киеве. Западнее о них становится все меньше и меньше. Соответственно, в реальности Америка просто разыгрывает еврохунту. Она пытается натравить украинские войска на Россию, чтобы потом русские дошли до Киева или до Львова, уничтожили украинскую армию и тем самым дискредитировали Москву в глазах Европы до такой степени, что никакие уже дальнейшие альянсы с Россией, с Евросоюзом будут невозможны. Этого они добиться могут. Они приносят в жертву Украину, они разыгрывают их в темные. И они хотят, чтобы украинцы бросили свои войска, которые они не решаются бросить, не против Крыма, а против Юго-Востока. Что будет в следующем? До этого момента американцы будут обещать им помощь. Как только
войска войдут всерьез, там, на, возьмут Славянск, если они возьмут, то войска могут взять и двинуться в сторону Донецка, будет введена российская войска. Начнется контрнаступательная операция, она не закончится на границах Донецкой республики, она продлится дальше. Американцы кричат, какой позор, Путин решил аннексировать всю Европу, НАТО вставай, и не делать ничего, а украинцы будут получать там груз 200 один за другим в геополитической прогрессии. Дальше вопрос такой, у нас обсуждается сейчас в руководстве страны, брать Киев или идти, или остановиться. Вот это серьезно. Я принадлежу к умеренной фракции. Я считаю, что остановиться. Многие считают, что надо идти до конца, иначе там будут американские базы. Вот это я считаю, что излишне. Но вот приблизительно, как мы видим эту ситуацию, в полной абсолютной уверенности, что никакого конфликта с Америкой и с НАТО быть не может. Потому что ничьим интересам, на самом деле, Россия — это все разумные политики, понимаете? Россия не угрожает. Единственное, кто этого не понимает, это Киев, который может всерьез верить в эти обещания, как Саакашвили верил, что за него НАТО и Америка впишется, если у него дело пойдет с истреблением осетин в Южной Осетии, как-то не так. Ну и что? А когда мы взяли военную базу американцев в Кадорском ущелье, в Абхазии, Абхазов грузин не нападали, надо отдать им должное. И там действовали, да, и не только сейчас. Там, в общем, на самом деле мы взяли и включили военную базу. И написали привет НАТО. И что тогда они могли бы уже ответить, если бы они вообще имели такой проступки? Да Грузия более важен для них стратегический рубеж в 100 раз, чем там Донецк или Луганск, тем более это традиционная наша зона ответственности. Поэтому Порошенко бредит. С другой стороны, если Россия вот пойдет в обморок и скажет, мы ограничимся Крымом, пусть берут ДНР, я не могу себе представить, это не Путин, это не Москва, это не нынешняя Россия. При Ельцине, при Горбачеве мы еще не то видали. То есть теоретически надо быть осторожным в прогнозах, потому что периодически во главе нашего государства оказывается предатель. Путин не предатель. С самого начала он вел себя как не предатель. Он с разной степенью успешности, но в критический момент всегда собирался. И вот мне кажется, что есть единственный шанс реально нам все проиграть, просто все проиграть, это сейчас тянуть с поддержкой ДНР. Потому что при нынешней волне радости, так необоснованной, как и все на Евромайдане, обратите внимание, они прыгали, допрыгались. Они прыгали за Украину, Украины нет. Они прыгали за Единую нацию, она не выжила гражданскую войну. Они прыгали за Евросоюз. На выборах в Европарламент во Франции первое место заняла Фронт Националь, патриотическая партия Франции, Марин Ле Пен, которая сказала, что украинцам нельзя давать визу в Европу после того, как они свинят в свою Киев. Это совершенно серьезно. Украинцы потеряют возможность ездить со своими паспортами, то, которые они имели. Допрыгались. В конечном итоге они бились против олигархов, критиковали Януковича. Они допрыгались, у них олигарх у власти просто напрямую, и в конце концов украинские националисты гордо били себя в грудь испеченную свастикой и говорили там «долой евреев». Они получили еще и еврея президента. Олигарх, еврей, страны нет, нет нации, нет даже Европы, ничего. И печенек нет, ничего. Это на самом деле, ну, это пример того, как надо добиваться прямо противоположных целей. Есть такой термин. Энантиодромия научная, когда человек получает результаты строго противоположные поставленным целям. То есть строго противоположные, не просто другие, немножко другие, энантиодромия. То есть ты получаешь, пошел на юг, пришел на север, как так получилось, не помнишь, много выпил. Соответственно, Евромайдан — это просто пример того, как ни в коем случае нельзя что делать. То есть если хочешь добиться чего-то, делать все, что угодно, только не как на Евромайдане. И, соответственно, если они сейчас хотят втянуть НАТО в конфликт с Россией, они получат снова прямо противоположное. Евромайдан не закончен. Это кровавая идиотская пьеса по самоубийству украинского государства продолжается. И она совершенно не завершилась. Это просто очередное мероприятие. Это было просто смешно, если бы это не сопровождалось кровью, трупами и агрессией просто. Без войны это бы был самый веселый сериал, там, не знаю, «Вестерии» или «Бивис и Батхед». Но на самом деле кровь, и вот это не позволяет смеяться над этим. Но то, что Порошенко продолжит в таком же духе, продолжит скакать
я думаю, что мы видим, он действительно может подумать, что все это происходит на Невском, он будет праздновать свою инаугурацию, видимо, на столбе, потому что на Невске другого места нет. Соответственно, мне представляется, что мы имеем дело с людьми, полностью потерявших чувство реальности, живущих в параллельном мире и верящим тем совершенно прозрачным. Это как обещание в Америке, которое не выполнило. Помните, американцы сказали Саддаму Хусейну: «Наступай на Кувейт». Они позвонили ему и сказали: «Наступай». Кувейт спросил: «Ничего, если я Кувейт?» Саддам Хусейн позвонил в США и сказал: «Ничего, если я Кувейт присоединю». Он говорит: «Да правильно, молодец, давай, побыстрее только». Он пошел туда, получил там пол Ирака оккупированных. То есть точно такое положение Порошенко. Ничего себе, на русских нападут. Конечно, давай, да, мы обязательно поддержим, скажем, потом догоним и еще поддержим. Соответственно, на это надо относиться к этому, конечно, очень внимательно, но это вопрос не уже не к крымчанам, я думаю, с Крымом все понятно, это вопрос к Москве, потому что, к огромному сожалению, и у нас есть и олигархи, и есть люди, связанные с шестая колонна, называют, пятая колонна, те, которые работают на Запад против Путина, ну, это марш мира, против Крыма, который выступали, и вы очень, по-моему, здраво, крымчане, объявили территорию Крыма свободной от тех участников, которые были на марше мира. Действительно, надо последовательно быть. Мне кажется, этих людей не надо сюда пускать, пусть отдыхают в других местах. Люди, они плюнули вам и нам, каждому русскому человеку они плюнули, те, кто вышли на марш против воссоединения с Крымом. Но, с другой стороны, я думаю, что в России, вот пятая колонна тех, кто выходит против Путина, а шестая колонна, это которые за Путина, но взглядами пятой колонны. И вот это самое опасное, шестая колонна, которая убеждает Путина, не надо лезть в Новороссию, давай ограничимся Крымом. И вот они подвигают мир к возможности реального ядерного конфликта. Ну, уж не ядерного, потому что Америка все равно не вмешается. Но если украинцы, вот хунта Порошенко, увидят, что им что-то удается на Востоке, они, конечно, возьмутся за перекоп. И несмотря ни на что, они до сюда дойдут. Это просто надо понимать их психологию. Им надо хоть что-то возместить свои колоссальные потери, которые они потеряли все просто. И в этой ситуации, на самом деле, их как бы призвать к разуму, образовать будет невозможно. Придется вводить войска и снова здороваться с теми же самыми последствиями, с тем же спором, брать или не брать Киев, с теми же имиджевыми потерями, только из худших стартовых позиций. То есть, в любом случае, ну, представим себе, русские сейчас, Россия не вмешается в Донецк, они смогут, армии хватит для того, чтобы победить. Донецк бросится, да, зачистят. После этого что, они там остановятся? Дальше Луганск. А после Луганска что? Перекоп. Они говорят: о, все, Путин сдался. Слили, значит, мы пойдем дальше. А Запад говорит: давай, дальше. И когда они пойдут к перекопу, мы признали эту часть нашей территории, будет агрессия против нашего государства, Путин говорит: ну, придется воевать. Мы не хотели воевать, придется. И снова здорово только после того, как каток кровавый пройдет по головам десятков, а то и сотен тысяч людей, на самом деле. Вот этой русской кровью мы оплатим задержку введения войск. Я считаю, что это самый страшный сценарий, поэтому чем быстрее мы включимся в ситуацию, тем быстрее мы предотвратим кровавую кашу во всей Новороссии, и тем больше оправдаем, кстати, моральное обоснование воссоединения с Крымом. Потому что как мы оправдываем, почему мы соединили с Крымом? Чтобы нацисты не убили крымчан. А если мы так поступили, я согласен, мы так и сделали, почему мы позволяем убивать тем же нацистам, убивать жителей Донецка, Луганска или Одессы? Они что, люди второго сорта, крымчане первого? Или потому что здесь база Севастополя? Но тогда это нечестно. Тогда это нам, как россиянам, это нечестно. Значит, мы прикрываем какие-то наши такие прагматические цели высокими словами. Но это не так. Мы упрекаем возвращение стандарты их. Значит, о нас реально заботит судьба русских людей, судьба граждан Новороссии и Крыма. В этом отношении я думаю, что сейчас очень серьезный моральный выбор. Может быть, Путин знает то, чего мы не знаем, и поэтому колеблется. И всегда есть такое основание. Но есть что-то, что можем знать мы, и что не знает он. Мы, люди, народ, потому что в конечном итоге историю делает народ, а не руководитель. А руководители слушают народ, когда они вместе с народом. У них все получается. Когда они пытаются действовать против народа, мы видим, что происходит
в таких случаях. Поэтому на самом деле многое зависит от нас, от каждого из нас. Чтобы этой войны не было, нам необходимо освободить Новороссию. Здравствуйте, Евгеньевич, меня зовут Сергей, я студент Таврического университета. И у меня к вам вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот я сразу извинюсь, если я неправильно, какие-то рассуждения неправильно, но Советский Союз сделал два подарка таких, которые напрямую влияют на то, что происходит сейчас вообще в мире, наверное. Первое, это разделил советское руководство, когда-то разделило всю огромную Российскую империю на 15 республик, естественно, не предполагая, что когда-то эти республики могут отъединиться и, собственно, потеряем эти территории. И второй подарок на территории из одной республики он назвал, создал, можно сказать, назвал всех людей там живущих украинцами. Не пора ли, и вот два вопроса в связи с этим. Первый, это не пора ли в науке уже научным подходом как-то разделить все-таки украинский этнос на вообще разные, собственно, этносы. Потому что все могут согласиться, что культурный тип западных украинцев абсолютно не совпадает с восточными. Вот, то есть из-за этого проблемы, наверное, основные. Вот, и второй вопрос. Как вот эти подарок, если эти 15 республик, как пульсация русской государственности затронет Среднюю Азию? Все-таки не чужая для нас земля, много героических историй написано русскими людьми на тех территориях. Спасибо. Ну вот смотрите, по поводу разделения, значения реальных государств, конечно, Союзные республики в СССР не имели. И никакого юридического настоящего статуса они не имели, просто в силу того, что Коммунистическая партия Советского Союза, как, кстати, сила, которая не обладала четко прописанными конституционными полномочиями, тем не менее, выступая как то, что называется комиссарский институт в политологии Карла Шмидта, тем не менее, Коммунистическая партия обеспечила единство всего этого пространства, и деление было условным. Многие говорят, Хрущев отдал Крым Украине. Это полная ерунда. Это то же самое, что перевести управление одной управы района, там, слить два района или передать один. Это не имело никакого политического значения, что Украины не было. Украина была административной условной областью. Здесь не было никаких украинцев, это не было никакой нации украинской. Здесь это был административный территориальный округ. Как на самом деле и люди здесь жили, самые разнообразные, как и в большинстве других округов этого Советского Союза. Поэтому в этом отношении, когда к ним отнеслись, к этим границам, всерьез после распада Советского Союза, вот тогда и возникли эти государства, заново. Границы этих государств не имеют никакого исторического смысла. Теперь второй момент по поводу этносов. Здесь существует очень запутанная проблема. И я провел курс в МГУ, несколько лет я читал курс этносоциологии, специальный курс, и написал учебник этносоциологии, по номеру не привез с собой, но он есть и в интернете полностью, его можно приобрести, вы теперь россияне вам легко. В этом учебнике этносоциологии я подробнейшим образом разбираю различия между этносом, народом, нацией, государством, а также объясняю причину того, как возникают такие химеры, как украинская нация. Потому что такой нации нет, она могла бы быть построена в рамках государственности, но государственность не состоялась, поэтому говорить о том, что эта нация, тоже нельзя. Но вот я объясняю, как использовались советские лидеры слова «нация», что такое буржуазная нация. Я это не могу подробно все изложить в один ответ, потому что это у меня уходит в курс этносоциологии. То есть моим студентам на Славянском факультете, где является следующим кафедрой социологии международных отношений, я это в течение курса подробнейшим образом объясняю. Например, и в учебнике это тоже есть довольно подробно. Поэтому я хочу сказать, что украинская нация могла быть, пока было государство, индивидуальное гражданство Украины, это и было, собственно говоря, основой строения нации. Эта нация не была построена вообще. Что касается этносов, то, конечно, великороссы и малороссы – это два различных языковых, культурных этноса. При этом, на самом деле, огромное количество малороссов
разделяет вместе с великороссами православную евразийскую идентичность, а некоторые части малороссов, которые сегодня, в свою очередь, делятся на волынян, галичан, представители центральной Украины, они на самом деле тоже между собой представляют собой довольно разные этнические группы. Что касается русинов и венгров, ну, это понятно, очевидно, и жители Буковины, это вообще другие. Но каждая нация основывается на разных этносах изначально. Она их потом нивелирует, и постепенно они исчезают вообще. Вот так, во Франции. Там было тоже множество этносов. Бургундцы, бретонцы, они практически баски, которые фактически ассимилированы, окцы. Там было очень много, аквитанцы, множество разных, множество этнических групп, которые постепенно были уничтожены. И стали одни французы, как вот нации из разных этносов. Нации. Украине, может, надо было минимум 100, там, может быть, 200 лет для того, чтобы уничтожить малороссов, великороссов, татар, крымских, превратить их просто в украинцев. Но этот процесс закончился, потому что нет государства, нет государства, нет нации. Соответственно, сейчас русские, и вот украинцы, русские, татары, люди с идентичностью большой России вернулись в единое пространство цивилизационное русского мира, и этнос они могут сохранять и укреплять свой, как они хотят, татарский, малоросский, какой-то греческий, потому что здесь и греки живут, и болгары, и, естественно, великороссы. И, кстати, неплохо бы задуматься о том, что русским великороссам тоже надо внимательно относиться к собственной идентичности, потому что на самом деле мы часто забываем, что мы не просто граждане государства, мы еще русские люди. У нас тоже должны быть и свои песни, не советские мультфильмы, которые поют подвыпившие офицеры, на самом деле, а свои русские песни, и свои русские костюмы, и свои русские обычаи, и свои русские богослужения, мы должны и свои русские истории. Вот это именно великоросская история. И если наша судьба с татарами, с малороссами в целом у нас одна, то этническая идентичность у нас различная. И зная своего, будем уважать другую. И не будем на нее. Потому что русские сейчас играют не то такое, вот какая одежда русской женщины. Мини-юбка, шорты, но это же не так. Наша национальная одежда другая, скорее сарафан. У нас мы просто об этом забыли. Так она увидела мусульманку одетую. Нам кажется, это чужие. Но она, кстати, мусульманки подкалывают платки так же, как русские старобрядки. Они не делают узла. Вот это очень важно. В старообрядчестве никогда нельзя завязывать ни галстука мужчины, ни узла на шее женщины. Потому что тот, кто завязывает узел, тот считается, обручается кому-то. И мы носим на себе крест, потому что мы обручились Христу. А все остальное, галстук или платок, это иудина удавка называется. То есть это предательство Христа. Поэтому мусульмане не носят галстуки, а мусульманские женщины подкалывают платок булавкой. Не завязывая. И русские старобрядцы, то есть коренные русские люди, тоже никогда не носят галстуки, обращаю внимание, и никогда женщины не делают узлов. Поэтому, видя другого, на самом деле, в данном случае мусульмана, мы подчас, не всегда, конечно, в некоторых случаях мы обращаемся к нашей собственной традиции, полагая, что чужое это более наше, чем то, что мы считаем нашим. А то, что мы считаем нашим, это западное, это навязанное. Я не говорю о том, что мы всем надо ходить в русских одеждах, но я вот часто спрашиваю детей в школах, я говорю, а у вас есть дома, поднимите дети руки, у кого есть национальный костюм, дома в шкафу. Многие руки поднимают, как правило, ни одного русского. У татар, у грузин, у кавказцев, у всех есть. Потом, поднимите дети руки, кто его одевает хоть раз в год. Никого. Смотрите, но это очень важно, у народов есть свой костюм, которые они не одевают. Но то, что он висит в шкафу, и когда они ищут свою обычную одежду, они хоть раз на него натыкаются. Они что-то ходят, я же татарин, черт, забыл, на самом деле. А у него дома костюм, вот это костюм, не одеваемый им, но народный. Если у русских будет висеть сарафан, его не надо одевать, ходите как хотите. Но если у вас будет висеть в шкафу сарафан, вы будете там периодически отыскивать платье для погоды, видеть, что вы русский, вспоминать, и все, и забывать об этом просто. Но это очень важно, иметь национальный костюм в шкафу, я не буду носить. Платье в шкафу иметь, уже будет прорыв на самом деле. И я в этом отношении думаю, что иногда мы очень остро русские реагируем, когда другие этносы, не великороссы, демонстрируют свою какую-то, подчеркивают свою идентичность. А нам бы лучше радоваться им, как и брать с них пример в этом отношении. Точно так же по поводу детей можно услышать в Москве, вот сколько они приехали там,
мусульмане, сколько у них детей народили, это абсолютно кощунственно. Ответы на это должны быть. У него много детей, как хорошо, там, и у меня высоко было, и своих таких вот идет. Татарин у него много детей, тут же русский идет с огромным количеством. И вот мириться этим, на самом деле, ну это же прекрасно просто. У кого больше детей, у кого крепче брак, у кого чище нравственность на самом деле. Вот чем надо. Вот эта конкуренция прекрасная. То есть не то, что народил, там, убирай сердце. Смотрите, это омерзительно, это совершенно не по-русски, кстати. А вот брать пример каких-то вопросов, которые действительно достойны подражания, вот это другое дело. Поэтому вот русские кости в шкафу, интересы к русской истории, более глубокое познание, соблюдение хоть каких-то правил. И вот я предложил сегодня, ну, ты уже интервью давал, но мне кажется, это хорошая идея. Давайте вот русский человек заведет себе русский час. Вот один час из 24 он будет посвящать в той или иной степени русскому. Например, он может читать Достоевского. Тот, кому это совсем не вмоготу, он может читать русскую историю, он может читать, обучать детей как, чему-то русскому, рассказывать или какую-то религиозную литературу, либо вышивать, в конце концов, либо печь какое-нибудь русское специфическое печенье, либо смотреть церковный календарь, не пост ли сегодня, а что же я столько свинины там съел. То есть вот просто что-то, обратиться к чему-то русскому. Час в день. Ну хорошо, давайте 15 минут. Ну, русская 15-минутка совсем смешно. Но можно так, условно. Условный час. Час ведь тоже, как византийское время. Русский час может длиться, ну, для ленивых там 5 минут, например. Но это все равно, это будет ваш русский час, который вы уделите своей идентичности. Вы сделаете что-то русское, подумайте о русском, подумайте о предках, что-то почитаете. Может быть, кто-то откроет действительно какие-то энциклопедии русской жизни, что-то русское приготовится, скажет, Вася, я приготовил тебе русское. Даже то же самое, но все равно можно подать как часть этого русского часа. И всякий раз мы будем позитивно укреплять свою идентичность. Вот мы сейчас Крым вернули в Россию, значит, мы должны быть в авангарде этого процесса. Не просто следить, а что там, как в России континентальной происходит дела, а мы должны смотреть, а что в Крыму, есть там у них русский час или нет. Да, в Средней Азии мы будем соединять, все будет, все понятно. Я предлагаю, давайте уже, у нас еще много записи, да? Давайте, у вас очень ответы. Я короче постараюсь. Да, давайте. Итак, какую роль может сыграть политический ислам в реконструкции американской империи? Ну, я думаю, что ислам, как и любая священная традиция, несовместим с американским образом жизни. И если он придерживается строго своих религиозных установок, то это один из главных, а может быть главный союзник России в построении многополярного мира. Очень много вопросов на тему «Россия после Путина». Да? Какова будет Россия без Путина? Какой вы видите Россию без Путина? Я не вижу России без Путина. Вот я не могу быть таким кратким, потому что это действительно, да, очень важный вопрос, и очень действительно, я очень признательна, как и за все вопросы. Дело в том, что мы сейчас находимся в очень сложном моменте русской истории, потому что мы перешли, закончили период разложения, закончили период стабилизации разложения, и теперь начинаем действительно подъем. И вот в этом отношении сейчас необходимо укреплять русскую идентичность. Каким образом? Ну, какие-то, я же о чем-то говорил, вот русский час, например. Во-вторых, я думаю, что сейчас интеллектуальная элита, интеллигенция должна фундаментально работать над русскими смыслами. Что такое русские смыслы? Дело в том, что если мы посмотрим, вот давайте для примера, откроем Вячеслава Иванова, писателя Серебряного века, и попытаемся наугад прочесть одну из страниц, например, вот его Дионисы про Дионисийство. Я вас уверяю, что воспитанный, интеллигентный человек где-то через две строчки поймет, что он полный дебил, потому что количество новых имен, фраз, отсылок, греческих цитат, сокращений, подразумевая смысл, через несколько, через параграф поставит его в положение вообще абсолютного невежи. И вот
Я хочу, для чего это? Ну, можете попробовать поэкспериментировать. Вячеслава Иванова или Мережковского, например. Дело в том, что русская элита, интеллигенция 19-го, начала 20 века, она представляла собой продукт колоссального интеллектуального усилия. То есть то, что называли великой пайдеей. То есть лучших отбирали и воспитывали таким жестким образом, что гимназисты греческий и латынь знали на первом-втором классе гимназии. Пусть немного, но знали. И они знали эти спряжения, они хотели, они читали закон Божий. Базовая, нулевая культура, университетская, находилась на таком уровне, который на несколько ступеней превосходит современных российских академиков. Я иногда сталкиваюсь с академиками и поражаюсь, что наряду с хорошими знаниями, естественно, в некоторых профессиональных сферах, общий культурный фон их является вопиющим невежеством, как и огромного количества других хорошо образованных русских людей. Вот это усилие по подготовке интеллектуальной элиты, это должно быть государственной задачей. То, что сегодня в России фигурирует в качестве интеллектуальной элиты, это позор, просто позор. Это не знание ни языков, ни традиций, ни истории, ни культуры, ничего. Вы обратите внимание, как говорят наши депутаты, министры, они все время сбиваются на какое-то матерное подразумевание, на сальный анекдот, на какой-то на шансон, они вот еще чуть-чуть, они замурлыкают Владимирский централ. На самом деле, вот такие люди сохранять и транслировать нашу идентичность в будущем поколении просто не способны. Они могут в лучшем случае микроскопические микрожесты передать, тоже народные, но в основном такого полупристойного содержания. Да, это народность, но такая не самая лучшая и уж совсем не элитность, не интеллигентность и не благородство. Вот в нашем обществе отсутствует благородная культура. Например, подсиживать друг друга, подлить, плохо говорить за глаза – это норма на высших. Но вообще подлость стала нормативом социального движения. А это исключено для воспитания элиты. Дело в том, что почему, не знаю, Вячеслав, не можем понять Вячеслава Иванова? Потому что для того, чтобы его понять, надо не быть подлым, надо просто полностью углубиться, быть тем, что сегодня называется ботаником. То есть вот человеком, который вылупил глаза и быстро читает греческие словари про какие-то мифологии, про древних богов, его спрашивают, ты что делаешь, какие боги, зачем тебе эти мифологические, зачем тебе Калимах? Давно уже умер этот поэт, тем более мы его не понимаем. А вот такого рода бесплатный, ни к чему не ведущий, бесцельный, никак не повышающий социальный статус человека, порыв к знаниям, знаниям во имя знаний, он постепенно формирует благородство сознания, он постепенно формирует незаинтересованную форму мышления. Вот то, что называется аристократизмом. У нас на самом деле такое пролетарско-быдляцкое отношение к знанию, к информации. Мы его нахватываем, его набираем, его накачиваем, там, скачал книгу себе в интернет и забыл про нее на самом деле. Мы ее особо и не читаем, и глазами быстро проглядываем, чтобы где-то использовать. Вот это утилитарная одержимость нашей культуры несоизмеримо с трансляцией культурного кода. Мы не понимаем того, что уже было наработано, а что мы будем двигаться дальше. Поэтому я думаю, что одна из главных задач по восстановлению культурной идентичности русских, для того, чтобы сделать необратимыми процессы, которые сейчас процессы возрождения, сделать их подлинными, это воспитание подлинной русской интеллектуальной элиты. У нас ее нету, русской интеллектуальной элиты, и для того, чтобы ее воспитать, необходимо преодолеть бездну, которая отделяет нас от оборванного Серебряного века. Серебряный век – это последняя по времени эпоха свободного, глубинного русского мышления, пока мы не будем наизусть знать. Не понимать легко наследие Серебряного века, это связано с Крымом, ведь у вас же многие деятели Серебряного века жили здесь, и Волошин в частности, но и многие другие. Здесь был один из центров культуры Серебряного века. Вот поэтому, может быть, еще один проект возрождение следующего бронзового века в Крыму, как восстановление связи этих веков культурных русской истории мог бы стать важным проектом крымской идентичности. И трансляция этой идентичности следующим поколениям. Воспитание русской духовной элиты. Каково ваше видение национализации российской элиты? Это уже вопрос продолжения.
Да, это близко. Но дело в том, что национализация, в том смысле, чтобы она стала более русской, я имею в виду. Но я-то считаю, что как раз специфика русского заключается в том, что русские очень открыты. И вот когда нам говорят, что русские – это те, кто исключает нерусских, это уже не по-русски. Русские – это те, кто включает, включает все то, что ценно. Это русские поэты Серебряного века, Золотого века переводили с грузинского, с армянского. Поэмы, на самом деле, я уж не говорю с европейских языков, практически каждый русский поэт имел линии переводов, причем подчас поэм сложных, и с европейских языков, но не только, и с восточных языков, и с языков других народов, которые с нами живут. И в этом отношении я полагаю, что национализация элит, то есть возвращение элиты, культурной элиты из того просто бедлама, из гетто, из подполья, в котором она находится, из той совершенно низменного состояния, это процесс не путем привлечения этнических русских, а путем воссоздания русского стиля мышления. А это открытый стиль, это уважение к другим. И русский сплошь и рядом становится русским не тогда, как он фиксируется на русский, а когда он начинает, наоборот, там, интересоваться татарским, армянским, немецким. Русские не могут быть зажаты, мы очень широкие люди. И вот быть русским, значит быть широким. И когда мы мельчаем, сужаемся, когда мы тупее, когда мы начинаем бросаться с какими-то конкретными русскими материальными задачами, интеллектуальными, вот тогда мы перестаем быть русскими. И в этом отношении, я думаю, что синоним русская широта и русская глубина, вот это то, что является путеводной нитью по национализации русской культуры. А может ли европейская цивилизация переродиться духовно, поменять духовные ценности? Вот отличный вопрос. Я хотел сказать такую вещь по этому поводу. Я написал пятитомник только что, называется «Наамахия». Первый том вышел, и еще четыре будут в июне и в июле. Это подробное такое введение в структуру логосов, структуру цивилизационных типов. И второй том, который вот-вот выйдет, посвящен как раз европейской культуре, европейской идентичности. Там подробно описывается, что современная Европа есть с духовной точки зрения анти-Европа. Она построена на систематическом отвержении греко-римского христианского наследия. Что современная Европа, которая нам навязывается в качестве образца, есть гибель Европы. Это конец Европы. Это нечто противоположное Европе. Есть ли у них форма спасения? И лучшие мысли европейцев 20 века были посвящены этой глубочайшей трагедии, гибели к концу Европы, к концу старой европейской философии. Есть ли у Европы шанс вернуться к своей идентичности, я думаю, есть. И в этом отношении, вы знаете, анализ во втором томе европейского логоса, это идея, что Европа сама по себе, превратившись в анти-Европу, должна вернуться на свои, пройдя вот этот страшный путь, вернуться на свои исторические орбиты. И тут открывается интересная вещь. Европа была не одна, а две. Помимо Западной Европы, Западной христианской цивилизации, была Восточная византийская цивилизация, как вторая Европа. И эта вторая Европа не угасла полностью с гибелью Византии. Она была передана нам. И русские в данном случае, в этом смысле, представляют собой наследников исконной греко-римской Европы, греко-римской корневой Европы, и подчас в большей степени, чем представители Западной Европы. Соответственно, мы не просто здесь какие-то побочные ветви, мы не просто приживалы, мы носители европейской, глубинной, корневой европейской культуры. Конечно, когда мы православные, конечно, когда мы знаем православную патристику, через которую византийское наследие, греко-римское философское наследие нам было дано, вот тогда мы, вступая в права русского наследия, можем помочь Европе вернуться в историю, потому что она от нее фундаментально отпала. И вот Путин, обращаясь во время прямой линии к европейским консервативным силам, он как раз об этом и хотел по-своему, почти на ощупь так, интуитивно сказать, что есть другая Европа, настоящая, которая сегодня
страдает, которая находится под спудом этой антиевропы, которая побеждает в Евровидении. Политика двойных стандартов в какой-то степени существует всегда. Потому что каждый толкует ситуацию в своих собственных интересах. Это первое. Во-вторых, западные стандарты, даже если бы они соблюдались честно, они нам не подходят и в этом случае. Поэтому либерализм, даже если они говорят о правах человека и сами их постоянно нарушают, это не значит, что права человека сами по себе хороши. Они, это идеология абсолютно ложная, антигуманная права человека, потому что основана на абсолютизации западного представления о человеке и проекции этого западного представления о человеке на всех остальных. То есть это уже российский концепт. И он еще и не соблюдается. Может быть, даже лучше, что он не соблюдается, его быстрее отвергнут, чем если бы он соблюдался. Поэтому тот факт, что Запад сам не следует своим идиотским правилам, слава Богу, потому что эти правила в любом случае нам не подходят. Объяснить, почему права человека, если бы они соблюдались Западом, всегда плохо, мне было бы гораздо сложнее, чем если указать на то, что сами они их вообще никогда не соблюдают. Соответственно, мне кажется, что двойные стандарты, я очень рад этим двойным стандартам, они избавляют просто, спасают огромное количество времени и усилий. Они абсолютно все время лгут, значит, их вообще можно не слушать. Не просто говорить, вот вы здесь солгали, вот здесь вы отошли от своих правил, а просто раз вы все время лжете, раз вы все время действуете на свое, раз вы признаете фашистами тех, кто против вас, даже если это не фашисты, и не признаете фашистами даже тех, кто на свастику рисует, кричит «Хай Гитлер», ну если он за вас, он не фашист. Но вы, ребята, надо с вами вообще не о чем разговаривать. Это слово «фашизм» просто мы забываем. Вообще другие ваши проклятия и прославления, также и слово «демократия», «либерализм», «рынок», вы все время врете. Раз вы все время врете, то, что вы говорите, мы вообще слушать не будем, а будем говорить сами по-русски, такую свою спокойную русскую речь, тем более, что все равно слушать не собираетесь. Поэтому я думаю, что вот эти двойные стандарты, как ни странно, они нам играют на руку, потому что они спасают время, они спасают интеллектуальные емкие часы, которые можно было бы долго объяснять, вот про антропологию, что такое минимальный, максимальный гуманизм. Я студентам это объясняю. А когда нет времени на встречи с общественностью, я просто говорю, смотрите, они все время врут, они все говорят, конечно, врут, мы это видим. Ну и закрыли тему, права человека не существует, а лишь не существует демократии. Либо то, что мы считаем хорошо для русских, это и есть права человека, демократия. А дальше пусть разбираются. Тем более, потому что общей системы понятий нет. Все понятия они трактуют в своем ключе. Ну и давайте свои системы понятия продвигать, развивать. И кто захочет, поймет, особенно если не понять, не сможет, если бы заставил понять. Ну, чего? Да, вопрос из зала. Чулкан Ханай, крымско-татарская общественная организация «Эмили Ферка». Знаете, сейчас патриотам очень часто применяют критику, когда говорят, например, те, кто голосует за введение смертной казни для пособников террористов и террористов, те не правы. Знаете, нам сейчас навязали очень много интересных ценностей. То есть европейская свобода, как было здесь правильно сказано, это свобода погромщика громить, хулигана хулиганить, маньяка маньячить. Те, кто пытается это критиковать, оказывается аутсайдером. Патриоты с этим, разумеется, не согласны. Но если вернуться к тюркской теме, то крымские татары здесь, на данный момент, были попытки их отрезать от тюркского мира полностью и целиком. И это были попытки со стороны Украины. Об этом также говорилось, что из крымских татар и всех народов, которые здесь проживали, хотели сформировать некую такую вот украинскую нацию. Слава Богу, не получилось. Но на данный момент нам необходимо создать тюркский фундамент. Мы видим, что русский мир, эта ситуация начала сплачивать, поднимать, и русские почувствовали свою идентичность. К сожалению, в тюркском мире такого не происходит. Но создав именно тюркскую платформу, которая потом сможет слиться единой осью, единым вектором с миром русской цивилизации, вот именно тогда мы сможем объединить нашу великую страну. Если мы хотим, чтобы наше отечество было великим, мы должны начинать с себя самих и сделать великими прежде всего самих себя. Я хочу сказать, что как бы вопрос содержал ответ, но мнение Александра Гелевича мне все равно будет очень интересно. Благодарю вас. Да, вот как раз Исмаил Каспинский говорил о том, что русский ходит на тюрок, общность, их нас объединяет, русский и татар, общность судьбы. Я думаю, что это очень важный тезис, тем более для идеолога татарского национализма Исмаила Каспинского. Я полагаю, что
действительно здесь не я скорее ответил на этот вопрос, а Путин ответил, который сделал два фундаментальных жеста. Он сказал крымским татарам, мы гарантируем автономию, которую долгие годы запрещали, отказывались украинские власти. И второе, мы проведем реабилитацию татарского народа, для заслуженно пострадавшего в 20 веке. Вот ответ. Теперь второй момент. Крымские татары объединяются в рамках единого государства с другими тюркскими народами, а в рамках Евразийского Союза с еще большим количеством тюркских народов. У меня очень много последователей в Турции, евразийцев, турок, не русских, турок просто, турок, которые считают, что Россия – это та страна, которая по-настоящему является другом тюркского мира, а Америка является его врагом. Поэтому на самом деле мы через евразийство приобретаем огромное количество друзей России в тюркском мире, в том числе в самой Турции. Поэтому я думаю, что вот это евразийское направление, где уделяется место русскому миру, и где с огромным уважением в духе Губилева и наших евразийцев, кстати, мне сегодня совершенно справедливо напомнили, что Савицкий, выходец из Крыма, что Вернадский здесь был, что на самом деле это же евразийская Крым, евразийская земля. Поэтому я думаю, что евразийское наследие в Крыму является одной из самых ключевых вообще философских матриц, которая может даже дать пример и образец, включая привлечение сюда тюркских евразийцев, и татарских, и казахских, и других, также и русских евразийцев. Ведь на самом деле Гумилев говорил, что альянс тюрок и славян и создает такое вот уникальное явление евразийского мира. Здесь можно провести гумилевские чтения, сюда можно... Долгие годы Турция считалась просто чуть ли не врагом русского населения Крыма. Это далеко не так. Я уже рассказывал, что я встречался с лидерами крымских татар в самой Турции. Они евразийцы, они сторонники России. Они говорят, как хорошо бы, чтобы Крым перешел в состав России. Крымские татары в Турции. Поэтому нельзя всех одной краской красить. Среди тюркского мира огромное количество сторонников евразийцев. И они наши друзья. И вот в этом ключе укрепление тюркской идентичности укрепит наше общее дело. Но есть те, которые, конечно, играют на национальных чувствах с обоих сторон, со стороны и татары, со стороны русских. И вот эти люди, на самом деле, разрушают единство России. И с ними надо вести, на мой взгляд, каждый на своем уровне вести серьезную работу. Когда они уже призывают к насилию, их надо просто подавлять. Когда они проводят агрессивную, невежественную пропаганду, их надо останавливать и переубеждать. Вот у нас, русских евразийцев, хотя ясно, что мы патриоты и сторонники России, очень много врагов среди ультранационалистов. Они считают, что мы выступаем на стороне разных нерусских этносов. Тем самым они пытаются русских свести до какой-то маленькой этнической группы и развалить Россию. И это наши противники. Мы с ними ведем с кем-то пояснение, с кем-то диалог, а с кем-то просто фундаментальное противостояние. Поэтому я думаю, что наиболее оптимально подходящая русским идея с нам, славянам, на великороссов, на большой России, именно евразийская идея, где уважаются все этносы, а наибольшим являются славяне, и первым ведущим с ними, их наибольшим, самым таким верным союзником являются тюрки. И вот здесь гумилевское наследие чрезвычайно важно. Все его историческое, возданное должное туранской цивилизации. В конце концов, мы наследники Турана, именно Турана. Ни Востока и ни Запада. И двойная идентичность, идентичность Византии, идентичность Монгольской империи, это то, что образовало своеобразие русской государственности, русского общества. Какую политическую партию вы поддержали бы на выборах в Крыму в сентябре? И почему? А давайте создадим свою крымскую. Крымскую правильную партию крымчан, евразийцев, патриотов. Да, пожалуйста. Николай. Трех лет в мире создания таких серых зон, черных дыр из относительно благополучных государств. Сирия, Ливия и
Египет, не знаю, как сейчас может смело возродиться. В Турции тоже попытка Эрдоган поддержится, с Украиной получилось. Просветительно превращается в черную дыру. А прогноз ваш, что может быть следующим? Где может быть следующим? Ну, это серьезный вопрос, потому что на самом деле, конечно, одна из задач перенести цветную революцию в Россию, и на это брошены большие усилия. Кавказ – это одна точка входа в дестабилизацию, а Москва и центр – другая. В России рассматривается в качестве, может быть, приоритетной площадки для того, чтобы посеять здесь хаос. Я думаю, что планы, конечно, такие же есть относительно Ирана. В Иране тоже для стабильной ситуации. О Турции вы совершенно справедливо сказали. Ситуация там очень-очень напряженная, очень хрупкая, волатильная. Вопрос о Пакистане тоже стоит, потому что в Пакистане ситуация на самом деле крайне дестабилизирована. Там очень много взаимоисключающих групп, которые... Афганистан уже такая черная дыра. Есть попытки перенести цветные революции в Синьцзян и в Тибет. То есть та часть Китая, которая... Там очень сильная тоталитарная власть, которая препятствует этому. В значительной территории Индонезии, они находятся, Шри-Ланка, где они тут, и так уже сепаратистские процессы. Вообще, сегодня никто не является полностью, не обладает иммунитетом на цветные революции. И Европа сама Европа, и Бразилия, в которой на самом деле чуть было не совершились такие вот совсем недавно, несколько месяцев назад проходили очень мощные беспорядки. В Венесуэле идут попытки демонтировать режим. Вообще говоря, самое лучшее перенести эту ситуацию в Америке. Сразу революция в другом месте закончится. Александр Ильич, я как обещал, мне несколько, всего лишь один вопрос в связи с форматом, а три. Беседуя с вами, журналист издания «Огонек» Александр Никонов упрекнул вас в том, что вы слишком неэкономно обращаетесь с пафосом. Я цитирую этого господина. Что ни слово, то с большой буквы истина, вера, честь. Интересно, что беседа происходила, ну, как я смею предположить, в Москве, да, в центре большой России, большой страны. С каких это пор стало нормой стесняться слов с большой буквы, тем более несущих в себе масштабность человечности? Спасибо. Вот, хороший вопрос, очень действительно проникновенный. Я думаю, что дело идет, сейчас очень серьезная линия проходит, вот борьба, значит, не степень, это хороший вопрос, нам в России, для меня одна из серьезных борьбы, это линии борьбы, это противостояние тем, кого называется политтехнологами. То есть вот я считаю, что занятие пиаром и политтехнологией позор, просто позор, это хуже, чем занятие проституцией и торговлей органами. То есть пиарщик – это человек, который, наоборот, все пишет с маленькой буквы. Пиарщик – это тот, который ничему не уделяет пафосного значения. Для него слово «родина», «честь», «истина» не значит ровно счет ничего. Он использует это как рекламный слоган для того, чтобы продать больше товара, для того, чтобы провести к власти партии. И вот эта девальвация смысла, на самом деле, по большому счету, является отличительной чертой доминирующего постмодернистского политтехнологического и просто технологического сознания. Для меня в пафосе нет ничего страшного. Я, кстати, обучался со мной явление пафоса. Пафос – это страсть. И это страсти Христовы, это страсти мистерий, пафос. Это то, что называется теопатия. Это в древних мистериях пафосом называлось проживание глубинных переживаний страдающего, воскресающего божества. Вот что изначально смотрится слово пафос. То есть пафос – это когда ты принимаешь близко к сердцу что-то важное, что ты наблюдаешь, в том, что ты соучаствуешь. И вот, на мой взгляд, как раз антитезой пафос, слово греческое пафос – это апатия, это бессилие, бесстрастие. Апатия – это безразличие, холодность, цинизм. Я считаю, что это вот подобного рода, ну, как бы, нападки этого журналиста, они действительно идеологичные. Есть люди, которые стоят на стороне холода, цинизма, апатии, карьеры,
личного обогащения, и для которых эти ценности, которые они используют, являются разменной монетой. А есть люди, которые, может быть, таинно, может быть, старомодно, может быть, ну, как бы не из нашего времени, романтично верят в то, что говорят, в то, что делают. И я стою только на стороне людей. Даже если люди верят во что-то не очень достойное, но верят искренне, мне кажется, это облагораживает то, во что они верят. Потому что для меня это просто ценность. Вот это просто, я вам скажу, это как комплимент. И со стороны противника, идеологического противника, человека чудовищного такого облика во всех смыслах вот этого Никонова, я полагаю, что это действительно просто такое... Некоторые комплимент в мой адрес. Да, я стою на стороне пафоса. Я, кстати, не пишу с большой буквы слов, стараюсь наоборот, но я их проживаю с большой буквы. Для меня действительно истина написана внутри с большой буквы. Для меня честь написана с большой буквы. У меня слово «народ» написано с большой буквы. У меня слово «русский» написано с большой буквы. Слово «государство», слово «церковь», слово «Христос». Эти все слова для меня написаны и произнесены с большой буквы, потому что я действительно их проживаю, я сострадаю, я участвую в бытии этих понятий, этих терминов, этих значений. Для меня они не безразличны, я не могу их манипулировать. У меня нет дистанции по отношению к этим вещам. Может быть, это кого-то пугает, но с другой стороны, я готов нести это время, потому что в конечном итоге каждый выбирает свой окоп, свою позицию. Да, для меня эти вещи действительно имеют фундаментальное значение. И последний вопрос, мы закончим вопросом Чепелевой Анны, школа журналистики «Заметка». Как вы думаете, не помешает ли великорусский шовинизм становлению Крыма как культурного независимого и гордого субъекта? Знаете, вот есть такой момент, что шовинизм вообще это слово, которое мы используем как ругательное. Изначально его значение — это сержант Шавен, который сказал: Франция для меня самая главная ценность. Вот если строго говоря, вот это слово вот из истории. Он сказал, самая главная ценность, но это было в комедии, где этот персонаж был представлен дурачком, когда его осмеивали более такие демократические, космополитические авторы французской комедии. Поэтому этот сержант Шавец, его «Франция для меня превысшая ценность», стал нарицательным персонажем, который превратился в пугало. Отсюда слово «шовинизм». Любить свое отечество. Но если великороссы любят свое отечество, если так уже этимологически, я не вижу никакой опасности ни для кого. Но, с другой стороны, подчас слово «шовинизм» путают с термином «ксенофобия». То есть ненависть к другому. «Ксенос» — это другой, чужой, и «фобос» — ненависть. А вот это, я считаю, отвратительная черта. Вот быть великороссом — это уже значит с любовью внимательно относиться к другому. Мы бы никогда не построили великой страны, если бы мы отталкивали и покоряли. Немедленно все бы против нас восстали, и нам бы свернули, потому что подчас мы оказывались не в самом большинстве. Русское расширение, строительство русской державы шло через открытость, через внимание, через спокойный диалог, через контакт, то есть чем-то, через что-то прямо противоположное ксенофобии. В каком-то смысле русские страдают, может быть, даже излишней ксенофилии. Вы много раз заметили, что русский видит какого-нибудь нерусского, он говорит, как ты похож на русского. Так же улыбаешься, веселишься, такой молодец. А если какие-то нравственные качества, то человек другой культуры правит, так это просто вообще русский там алиби. Просто есть русский, настоящий русский. То есть русские всегда тяготеют к расширению толкования, поэтому ксенофобия нам чужда. А вот великорусский шовинизм таким образом в основном говорят те люди, которые просто не любят русских и не отрицают свою судьбу с ним. Это сам термин искусственный, который призван заклеймить, причем какой-то невежественный, потому что слово само-то шовинизм не такое же как бы плохое. И сколько раз я встречался с людьми, которые его употребляют, всякий раз человек был с каким-то изъяном. Поэтому не употребляйте это слово. Вот можно сказать, русский радикальный националист, он очень опасен, если его сводить к этому, что он просто опасен. А великий русский шовинист, я даже не знаю, что это такое, потому что мне это слово ничего не говорит, это какая-то искусственная конструкция. А то, что есть великороссы и малороссы, например, то есть это действительно этническое различие внутри нашего большого русского народа, и если великороссы отвергают малороссов,
я считаю, что это на самом деле категорически идет против большой русской идеи. Категорически. Поэтому я настаиваю, кстати, своим друзьям в ДНР, я прошу их сделать украинский язык вторым государственным, чтобы не умалять в правах людей, которые говорят на этом языке. Это очень важно. Очень важно сохранять язык, даже если он не похож на нас, на наш. Поэтому вот здесь такое, что противопоставление русских другим народам, это не по-русски, то, что я хочу сказать, вообще не по-русски. Но, конечно, разные формы радикального русского национализма, которые к этому призывают, в принципе, мне кажется, надо изживать. Кому-то надо объяснять, детям надо объяснять. Часто это бывает непроизвольная реакция на Запад, на стремление лишить нас наших камней. Но если это закоренелая форма, то с этим надо бороться. Спасибо большое, Александр Гиревич.